Друзья, привет! У нас Гена Стикмин и побег из тюрьмы. Какие тут наши достижения? Никаких пока. Пока никаких. Какие-то кредиты. Давайте начнем играть. Это новая игра. Новая часть о Генри Стикмане. Идти, ну. Ну, типа посылку мне сейчас дадут. А видео идет? Идет. Так. Тортик круто. Тортик что-то розовый. Что он там нашел? Файл. Но это не файл, это этот. Ну, давайте дверь тюрьмы. Неудача. Ваша реакция такая же, как статуя. Подожди. Повторная попытка. Я должен был нажать на что-то? Ага. Поезд гранат. Мне пришлось перезайти, чтобы выключить интернет. После этого тогда реклама появляться не будет. Нам нужно в менюшку выйти. Мы что-то прошли. Меню. А, нет, стоп. Стоп, стоп. А почему? Ладно, давайте по тому же кругу пойдем. Может, не сохранилось. Все сделано так, как мы делали. Надеюсь, рекламы сейчас не будет. Ну, первый мы увидели. А, вот, увидели. Не успел нажать. Повторная попытка. Нажали. Нажали. Давайте так же, как мы делали первый раз. Да, поезд гранат. Почему-то я в такую же менюшку, как в прошлой игре, выйти не могу. Окей. Я даже не знаю, что сказать об этом. Повторная попытка. Ну, давайте кресло. Сюда. Опа-на. Жирная, если в начало. Как обратно вернуться? Давайте посмотрим напитки. Напиток энерджайзер. На сердце. Побочные эффекты включают тошноту, головную боль, учащенное сердцебиение, возможность инсульта. Ну, это приятно знать. А если меню нажать?
Да вы что? Достижение. А как вернуться? Да блин. Ох-хо-хо-хо-хо. Почему так? Ладно. Почему нету тех же окошек, как и было? Совет, смотри, прежде чем прыгать. Повторная попытка. Телепорт. Вы просто не можете понять, что это такое. Что это такое, не так ли? Ну, наверное, да. Ракета. Эй, приятель, целься. Телефон. О боже ты мой. Crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Ну-ка. Какие доказательства? Ну, сумка, которую подсудимый спрятал, чтобы проникнуть в банк. Узел залеза на внешней стороне сумки. Ну, и как выбрать? Отправить. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? А, типа он обвиняет их, что они типа его посадили в мешок, завязали узел сверху. Он показывает, типа, что вот мешок, а сверху узел. За это, значит, это полицейские хотели украсть деньги, а его подставили. Это его посадили, когда он грабил банк. Невиновен. Ну, меню. Так, одна концовка есть. Меню я нажимаю, он не выходит. Косячок. Жму на меню, не выходит. На начало. Дрель. Непрозрачный инструмент.
Вы можете пройти сквозь стены, просто переместить синий ползунок вправо, и вы станете таким непрозрачным, как хотите. Кроме того, чем прозрачнее вы становитесь, тем легче вам будет проходить сквозь твердые предметы. Опа-на. Вы могли бы подумать, что что-то подобное появится в бета-тестировании. Повторная попытка. Повторная. Это что? Без комментариев. Что делать? Ничего не делать, просто бежим. Ханна. Попробую вернуться... От пуль. О, нет. Повторная попытка. Куда? Не разминулся со столбом, как я. Когда в телефоне идешь. Не беспокойся, я слышал, тюремные стоматологи великолепны. Значит, сюда. Опять. Всегда хорошо смотреть, куда ты идешь. Особенно, если вы убегаете от полицейских. Ну-ка. Значит, вверх. О, матрица, матрица. Давай, вы были так близки к успеху. Не понял. Это мне надо было кого-то бить? Ну, приготовься. Приготовься. Ну, я жму. К чему готовиться? Ну все, меню. Какие данные очистить? Вы чего? Играть? Да блин. Блин, сколько мы уже проиграли? Так, давайте, пропускаем файл. Здесь, в принципе, мы уже поняли, что надо делать по первому. Нахреново, да, что так нету. Из заднего давай. То есть, получается, у нас уже три концовки есть. Или две. Две. Стульчик. Стульчик. Куда? Ну, вправо, вправо. Пошлите вправо. Ну, это, наверное, последняя концовка. Что это такое? Чего я не удивлен? Ага, я победил? Это кажется ужасно знакомым. И не говорите. Оригинально, оригинально. Серьезно, это победа. Повторная попытка. Все.
Ну. Ладно, давайте парашют. Ага, раскрыть парашют. Кто-то что-то не досмотрел. Я думаю, что это был просто обычный рюкзак. Мы не должны действовать на предположениях. И последний реактивный рюкзак. Да вы что? Ну, в общем-то, все. Требуется много часов обучения реактивного ранца, прежде чем вы сможете управлять одним. Ну, все, в принципе. Мы все... Да и в менюшку опять не выходит. В начало. Ну и все. Собственно, все, друзья. Вот так вот мы сделали три побега из тюрьмы, получается. Тум. Ту-ру-ту-тум-ту-тум. Не забывайте подписываться, поставить лайки, если видео понравилось. Порекомендовать друзьям и заходить ко мне в плейлисты, что-нибудь еще интересное найдете. До новых встреч, до новых игр. Пока-пока.